Обнаружили пропавшего мужчину спасатели 19 августа в горах под хребтом Ац, севернее хребта Олег. Идя по маршруту, мужчина получил травму ноги. Сотрудники МЧС оказали ему первую помощь, наложив шину. Транспортировку осложнила погода. Начался дождь, вода в реке поднялась, поэтому спасатели приняли решение переночевать в лесу и продолжить путь уже утром. В спецоперации было задействовано 4 поисковые группы и 3 конных расчета ЮРПСЛ. Утром пострадавшего верхом на лошади вывезли из леса и на автомобиле доставили в больницу.